просто там сказали, на чьей должен быть с этим образованием. Я сегодня поеду, привезу человека. Ребенок, ей перезвони. Ей некогда, она кушает. И этот самый. Ну. Привезу девочку. Кого? С высшим образованием. 90-60-90? Пятый, шестой. Диви, тебе нужен ночмед или тебе нужна фотомодель? Мне нужно три в одном. Ночмед, что мне еще, фотомодель, ну и... Давай так, мы сначала возьмем то, что есть, а потом будем подбирать. Малой, понял, девчонки там говорят, ну вы говорите, что вы умеете? Я умею все. Говорит, в каком плане? От подавания кофе и... Такая пауза. И приносение документа на почту. Так, короче. А куда ты ехал собак? Я в ночмеда уже к собаке где-то, пожалуйста, перестреливал. А вообще, какое тебе образование? Женская? Нам во взвод медицинский нужно 19 человек. Ну вот первый. Медиков. Речи. А что надо писать? Я меньше биться было. Люда, дай мне немножко, я дам. Да я дам. Люда какой-то. Рыба ручка есть. Фигачи, да, вот это? Особенно от танкиста. Что вы говорите, что такое? Танкистов это я бить. Потому что это личное производство «Пантер». Из трех укроповских был собран. Понятно. Стреляет хорошо. Да? Проверим. Мишень. Ну стреляет же. Солидно. Оглохнуть нахрен можно, блядь. Да понимаю, что делать. Кому теперь легко? Если без откатную пушку вам поставить на балкон. Классно будет. Слушай. Ну. Ну ты меня послушаешь, любую книгу. Но у этой девочки образование высшее. Ну, какой девочка? А это что, мальчик потом? Не вы. Какой ветеринар? Я что, лошадь, что ли? Короче, в медицинской службе вот этой сказали, что на ночмеда пойдет. Да они уже согласны даже на этого, блядь, на собаку с медицинским образованием. Да, я тебе говорю, нужно укомплектовать список. Не ехать за этим чеком или нет, но я так думаю, что надо ехать. Ты узнала какая? Да должна быть короткая прическа. Диви, я начну ревновать. Да ты начинай, ну как иди. Можно это где-то у нас будет, пусть не понятно. Давай, съезди. Туда броник один. Я сказал, броник, одень и каску. Я понял. Все, я принял. Нику, значит, я голову отобью нахрен. Я понял, товарищ командир. Еви, Нику на штаб. Да. Записывать ее куда? Да, значит, вы медицинский взвод. Все, и она там. Да, пока тусуется там. Я ее пока передаю девочкам, и она там. Вам мальчик не передавает. Понимаю, я тут вырос. Все, ребят, где мы? Поехали. А! Ну, детская.